Здравствуйте, это канал Максимадзе и Angry Birds Star Wars. Сегодня у нас завершающая серия, потому что остался последний эпизод. Последний эпизод, он называется Death Star 2. И давайте без лишних слов начинать. Так, Лэндо улучшается так же, как Хана Соло в предыдущей серии. Патроны стали снова синими и наносят больше урона. Короче, после уничтожения первой звезды смерти строят новую. Как можно понять, можно видеть, что она недостроенная. Но мы разрушим и эту тоже. Уровень, это действие этого эпизода происходит также в шестом эпизоде. И там, внутри этой звезды смерти, находится главный владыка Ситха, Палпатин Дарт Сидиос, которого нам нужно уничтожить, собственно говоря. Собственно, мы за него играли в Angry Birds Star Wars 2. Именно он подговорил Энакина на предательство и переход на темную сторону. Появились еще вот такие вот черные солдаты, пилоты истребителя называются они в Angry Birds Star Wars 2, они есть там. И они там, короче, стреляют два раза двумя пулями одновременно. За них тоже можно там играть. Такие вот звуки слышим мы на заднем фоне. Это на музыку больше похоже, такую мрачную, угнетающую. Здесь у нас вот эти вот истребители тоже есть. Но у них теперь вот эти штучки, они стали изогнутыми, в отличие от предыдущих эпизодов, в которых они были. Естественно, они появлялись исключительно на уровнях в космосе, потому что они и должны быть в космосе. Истребители-то как бы вот эти. И где-то в этом эпизоде должно быть последнее золотое яйцо. Ну и, кстати, напомню, что Angry Birds Star Wars, первая часть, единственная Angry Birds для ПК, которая полностью была доделана на ПК. В 2014 году где-то, приблизительно. Эта серия ушла с ПК и консолей и выходила исключительно под Android и iOS. И даже не стали доделывать игры для ПК и консолей. Вон, на консоли тоже не все эпизоды были выпущены из Angry Birds Star Wars. На Wii она выходила вроде бы, я даже играл, но там некоторые картинки, объекты неправильно отображались, и я не хочу в это играть. Соответственно.
Да, Лея только что пролетела через невероятно огромное количество пуль, но ни одна из нее не попала. Это невероятно повезло. Но все равно она вбилась в конструкцию эту железную. Так что не так уж и повезло. Ну а этим вот эти наконечники тоже приделали сюда из железа и фузари. Хватило нам немного. Вот еще вот эти, как я до них-то достану? Да блин, вот в железо все ушло. Рикошетило все в железо. Кстати говоря, Angry Birds Star Wars, она... Star Wars 2, она вышла гораздо раньше, чем вышли все, полностью все эпизоды первой части. И поэтому тут в конце неожиданный сюрприз будет. Блин, один остался жив. Но потом сами увидите. Отлично, отлично. Кстати, Эндер планета осталась вот здесь. Предыдущий, из предыдущего эпизода. И соответственно, серии. Так. Улучшились повстанцы. Они теперь наносят больше урона. И действительно, теперь, когда они во что-то врезаются, происходит маленький взрыв. О, с одного раза всех замочили, отлично. Что-то мелодия выигрыша не всегда чуть проигрывается, я заметил. Это уже не в первый раз такое, вы сами, возможно, заметили. Так, и опять истребители вот такие вот, типа искусственные, только что-то в этот раз... К ним добавили дополнительный кружочек какой-то зачем-то. Да
Давай, давай, падай, пожалуйста, давай. Хорош, хорош. Один остался. Так, очередной этот, типа корабль такой вот небольшой. Блин, да что ж ты будешь делать? А чё камера отдалилась? Я не щелкал колесо. Как же мне достать до туда? Надо как-то сделать так, чтобы не попасть под пули. Не просто будет это. Как до туда долететь, вот я не понимаю. Может, надо вот так вот и камушки эти туда запихнуть? Да не, вообще толку это не дало никакого. Не, не, этим я тоже не достану, да. Динамит сбомбанул, а. Нужно попасть вот сюда, но только не угодить под пули, постараться каким-то образом. И это очень-очень трудно. Этот уровень, конечно же, сложный становится. О, динамит бомбанул один. Но это никак не навредило. Да и, блин, ну я все не могу я не попасть под пули. Тоже ничего особо это не принесло нам полезного. Да, блин, ну как долететь-то до туда? Ну, что-то. О, отлично, отлично. Теперь остается только до того долететь, и тогда все шикарно будет. И я не долетел. Да блин. Ну блин, ну это очень тяжело сделать.
Отлично, вот теперь пройдем. Жалко, не взорвался динамит. Но один остался, к сожалению, живым. Так что, блин, а может этого примагнитить туда? Давайте за динамит потянем его. Да, это было, похоже, правильное это было решение. Да, очень правильное. Что ж, я сразу так не сделал-то. Какой уровень уже? 14. Почти половину прошли. Обо что я ударился? Неудачно получилось. Может, выше немножко стрельнуть? О, неплохо. Ну, один, правда, остался опять. Надо его замочить побыстрее. Я не могу достать до него так просто. Хорош, хорош. Отлично. О, обалдеть. Вот это корабль. Здоровеннейший. Похожий уровень, кстати, был в эпизоде Хоз. В третьем эпизоде. Там тоже здоровенный корабль был, типа, из блоков. И это последний, кстати, уровень в космосе. Следующие уровни будут внутри этой звезды смерти новой.
Как досадно, а? Что-то осталось в сохранности. Так, нет, это зря было, это ничего нам не дало. Может, динамит лучше примогли? А, нет, не-не-не, лучше камень. А, нет, тут же гравитации нет, он не упадет сюда. Тогда лучше действительно... Блин, я промахнулся. Не получилось. Что-то другое магнитить тогда будет. Блин, ну чё одного-то магнит только? Надо какой-то эффект принести. Хотя бы так. Вот эти находятся в космосе вроде как, но тем не менее без пузыря они дышат. Ну, вроде логично, что они типа в корабле, но так-то логика немножко нарушается. Законы. Законы игры нарушаются. Так, дай бог не попадешь. Ну, конечно, не попаду. Вот стой. Надо вот, а надо с этого пузыря запускать. Блин, я забыл, что надо с этого пузыря запускать. Ну и с этим легко будет. Все. Опять мелодия не проигралась почему-то. Так, теперь мы внутри звезды смерти. И здесь эти уровни мне нравятся больше. Впрочем, туда, на эту звезду смерти, только сам Люк и отправлялся. Ну и еще Сленда, который в космосе бомбил этих бойцов Галактической империи. Обстрел звезды смерти, там все дела. Вот такие вот подъемнички появились.
похожие были в эпизоде Cloud City, но они там выглядели по-другому. Да что ж такое, не падает. Сейчас дует их и все. Короче, Люк при этот был на звезде смерти, пока Хан Соло, Лея, там еще много бойцов сражались на Эндоре, собственно, что мы в предыдущем эпизоде делали. Соло, Лея, там еще бойцов много было. Я, блин, не попал. Явно вот хотят, чтобы... А, знаете, что? По пулям стрелять. В одно направление что-то полетели все они. О, отлично, я попал в этот кружок железный. Он упал, но не сильно большой вред там причинил. Но уровень прошли. Так что все отлично. Продолжаем. Сейчас получше это было. Правда, этот замуровался в железе, и теперь фиг достать его. Но достать нужно. Двоих теперь надо достать. А, нет, одного. Если получится, конечно. Это не факт, к сожалению, и мы не достали. Отлично, теперь он не замуровался там. Печально. Вот эти магнитные, это, отталкивающие вот эти штуки, они не дают мне мечом световым туда попасть. Отлично, отлично.
Блин, я не хотел, чтобы динамит взорвался в этот момент. Отлично, отлично. Произошло все, что я хотел, и даже больше. Ага. А вот и золотое яйцо. Эх, чуть-чуть не достали. Ну ладно, это по крайней мере довольно легко сделать. Сила на яйцо не действует, к сожалению. Вот так. Ну-ка, а если вот так сделать... Блин, он упал. А если его туда запульнуть, он пробьет эту штуку и тогда уже попасть. Но это только уничтожило ее. А так до яйца-то все равно не достали. Так, ну и тут уровень с цепной реакцией. Я люблю такие уровни. Очень люблю. Но надо еще раз. Надо, чтобы обе цепи были обрублены. Куда? Я еще не проиграл. Во! Музыку мне тут уже начали включать. О том, что я проигрываю. Ничего я не проигрываю. Ну, отлично. И 3 звезды. Это был последний бонусный уровень, полученный из золотого яйца. Ну, а... По-любому я прошел не все уровни, из... которые получаются за звезды. Ну, и фиг с ними, на самом деле. Это гораздо труднее для меня. О, сейчас все сдует. Уровень. Осталось уже довольно немного. До конца этого уже наконец-таки. Жаль, не бомбану. Да этих достать не так-то просто. Да, вот этих вот двоих добраться довольно-таки трудно. А мы можем вот так сделать? Не, не достает. Не, оно не долетает до верхушки. До верхушки не долетает.
Но слишком высоко что-то залить полетело. Блин, ну что ж ты не достаешь до туда, а? Рассчитать надо тут дальность полета. Да, и я ее не рассчитал. Блин, тут сложно. Вот на этом уровне сложно. Вот так надо было стрелять. На первом батуте немного выше надо было стрелять. Тогда он будет лететь туда, куда мне уже было нужно. Сейчас эта штука все расстреляет. Отлично. Рикошетом от этого железа, которого, правда, уже и нет. Для этого оно и было поставлено, собственно. Очень много пуль летает. От камней толку мало, лучше действительно стрелять было в это стекло. Во, хорош, хорош, вот так. Теперь двигаем ее туда. Теперь вопрос, как достать. Подтолкнуть нужно. Вот этот кусок говна мешает. И я не могу туда никак достать до дальних, до этих.
может, эта штука сейчас сдует вот эти детальки туда. Частично, да. Отлично. О, ролик, отлично. Да, там в фильме пришлось Люку сразиться с Дартом Вейдером, и уже было им обоим было ясно, что они являются друг для друга отцом и сыном. Сейчас на каждом из этих последних уровней появится Дарт Вейдер. Толкнем вентилятор туда. Ну и напоминаю, что Дарт Вейдер, он держит предметы, некоторые объекты в воздухе. Они помечаются красным светом. Теперь вопрос, как до этих штук достать. А, ну этим-то можно без проблем достать. Да блин, ну как до него достать-то? Так, до динамитов не долетели немножко. Ну так-то точно не долетит, конечно. Но зато... Вот так можно сделать. Но, блин. Блин, неправильно. Господи, я уж думал, все наверх поднялось, блин. Один-то, зараза, остался. Как это тяжело, а?
Теперь надо понять, когда этих достать. Может, вот это поможет. Может, их сдует. О, хорош. Наконец-то. Длительное время тоже тратится на все это. Я хотел вот так сделать. Дощечки все эти сломать надо. А, блин, не все сломались. Надо, чтобы все сломались. И стрелять будет. Чтобы это стрелять. Начало оно вниз. Отлично. Следующий уровень финальный будет. Наконец-то. Да, моделька Дарта Сидиуса прямиком взята из Angry Birds Star Wars 2. Собственно говоря, это... Как я уже сказал, она... Star Wars 2, она вышла раньше, чем вот этот последний эпизод. И поэтому... Блин, твою же! Подзаряжается еще он. Также Дарт Вейдер появляется на этом уровне, но он, но мы не можем ему причинить никакого вреда. И вот такой вот приятный сюрприз нас ждет в конце. Дарт, мы играем за Дарта Вейдера, и моделька у него такая же, как и в Angry Birds Star Wars 2. И звук тоже. Прямая отсылка на Angry Birds Star Wars 2, естественно. Собственно, так же, как и в фильме. Дарт Вейдер, он же Энакин, наконец-то решился все-таки... Все-таки это его сын, Люк, это его сын, решил скинуть Сидиуса в реактор шахты. Правда, при этом получил смертельный разряд молнии... Молнии силы. Ну и все как в фильме, собственно, дальше. Конец. Ну и мы видим, собственно, призрак этого Энакина, он же Дарт Вейдер. Оби-Ван Кеноби. Правда, мы за него играли, кстати, тем не менее. Ну и этот Йода, который...
В 6-м эпизоде тоже умер от старости. Рою факел у нас. Ну и, собственно, там в конце фильма тоже праздновалась победа, там все дела. Ну и пошли титры. Такие вот. Давайте их пролистаем по-быстрому. Посмотрим, что по значкам новенького. Вот значок. Вот значок. Значок о том, что Звезда Смерти уничтожена. Значок о том, что эпизод Death Star 2 пройден. Но остались еще, правда, значки, которые не открыли. Все они связаны с прохождениями всех эпизодов на 3 звезды. Собственно, у нас еще осталось 5 уровней, которые мы не открыли. Одной из звезды, кстати, не хватает для того, чтобы открыть этот эпизод. И давайте попробуем, кстати, прямо сейчас это сделать. Давайте, например, где-нибудь на каком-нибудь из первых эпизодов попробуем. Так, чисто в качестве бонуса открыть уровень и пройти его. Нет, надо как-то так, чтобы одним разом. Кто мне пишет? Не знаю, получим ли мы сейчас или нет. Но посмотрим. Если не получим, еще раз попробуем. По-любому можно пройти так, чтобы была это. Чтобы с первого раза все было. Но это не так просто. Вот, сейчас будет. Сейчас будет 3 звезды. Надеюсь. Да, точно. Давайте пройдем его и на этом точно закончим прохождение. За другими бонусными уровнями гнаться я не буду. Может, лучше туда стрельнуть? С этого круга. Последний остался. Надеюсь, доберемся до него. Нет, не доберемся. Печаль какая, Вот тут немножко неудачно я стрелял, надо было немного ниже стрелять. Да блин. Вот.
Во, наконец. Почти, да, час почти потратили на это все. На прохождение этого эпизода и открытие одного бонусного уровня, который легко было открыть. Ну ладно, на этом закончим прохождение. Спасибо всем за просмотр, с вас и господь эпизода, с меня эпичный видос, подписывайтесь на стримовский канал, на влоговый канал, вступайте в ВКонтакте, и всем пока.